Здравствуйте! Я приветствую вас на моей кухне, в моем доме. Очень люблю это дело, люблю что-то вкусное для вас приготовить. И вообще, совет от меня. Самое главное в жизни – завтраки. Как позавтракал, так сложился твой день. Никогда не жалейте времени для того, чтобы приготовить прекрасный завтрак. Сегодня мы будем готовить итальянскую пиццу. В моем авторском исполнении это будет маргарита. Вкусно, быстро. И так, как надо. Светлана, частый вопрос от наших будущих студентов. Расскажите секрет успешной жизни. Вот так и спрашивают. Секрет успешной жизни? Вот как секрет успешной пиццы? Если у вас правильные ингредиенты, если вы не сэкономили на сырье, на оливковом масле, если вы вырастили прекрасные томаты на своем маленьком огороде, пицца будет прекрасной. Что происходит с жизнью? У всех разные стартовые условия. Ну, причем разные абсолютно. Мы сейчас говорим о тех, кто хотел бы что-то изменить, кто не боится этого, а может быть боится, но ищет совет. Как это сделать безболезненно? Как не превратить свою жизнь в череду бесконечных экспериментов. У меня есть на этот счет такое свое мнение. Я уже очень взрослая, я очень много что видела. Вот если бы мне, когда мне было 20, нашелся бы кто-нибудь, кого бы я услышала, и он бы мне сказал: «Света, держись людей успешных». Людей, у которых мысли, чувства и действия, они направлены на рост, на позитив. А как мне было 23, что ли, года, когда были 90-е. Ну какой там, у нас у всех был сумасшедший позитив. Нам казалось, что все дороги, все открыты, можно делать деньги из воздуха. И вот если нам в 90-е мы искали пути, куда нам пойти, где нам заработать, то сегодня у сегодняшних 23-летних прекрасных, я очень люблю молодежь, у них столько открытых дорог. Так вот, из моего рецепта учитесь, не бойтесь менять свои направления в жизни. Человек меняется каждые 10 лет практически полностью. Если вам 18 лет нравилось то, как вы живете, в 28 лет вы будете считать, что это все ужасно, и ваша жизнь проходит буквально зря. Поэтому нужно всегда, всегда находиться в струе, нужно учиться. Инвестируйте в себя, не бойтесь, не жалейте для себя денег. Вот лучше не ужинать, чем не развиваться. Вот эта мысль – не ужинать, но развиваться. И вот я, знаете, бы добавила, что Бог любит смелых. Вот не бойтесь, не бойтесь. Старайтесь, конечно, рисковать жизнью не надо. Но рисковать, выбирая свой путь, не бойтесь. Не бойтесь менять профессии, не бойтесь менять место жительства, друзей и так далее. Помните, Бог любит смелых. Мне кажется, это очень круто. И я думаю, что это так. По крайней мере, мой жизненный опыт мне подсказывает, что это именно так. Так, у меня пицца готова. Посмотрите, какая она красавица. И мы ее поставим в духовку на максимальные температуры. И это буквально у нас займет несколько минут. Мои дорогие, посмотрите, какая у нас получилась роскошная, волшебная пицца на хрустящем тесте с прекрасным оливковым маслом. Ой, мне так нравится. Я, к сожалению, не могу передать этот волшебный аромат, который от нее исходит. Так что я вам хочу сказать. Первое. Организуйте свое окружение. Второе.
Не экономьте на своем развитии. Третье. Ничего не бойтесь. Будьте смелыми. Бог любит смелых. Всем приятного аппетита, и я вас жду на своих завтраках.